1204. Месяц май. Реликвию, которую ищет Бонифаций, я спрятал внутри неприступной крепости Крак-де-Шевалье. Сумеет ли он ее найти? В душе я понимаю, что это возможно. Но молюсь, чтобы он потерпел неудачу. Я спрятал реликвию здесь, чтобы ее мог найти мой сын. Я верю в сына и знаю, что он меня не подведет. Но Бонифаций, несомненно, полагает, что реликвия все еще у меня. Я знаю, что он идет по моему следу, и значит, времени у меня нет. Вот почему я отправляюсь не в Иерусалим, Бонифаций непременно явится туда, но в Каир, где, надеюсь, вновь встретиться с моим сыном. Старый друг, давненько мы не виделись. Внезапно мне начинает казаться, что я недооценил своего заклятого врага. Бонифаций Монферратский, твой крестовый поход окончен? Не вполне. Я еще не все нашел. Ты знаешь, о чем я. Я знаю. Знаю, что тебе меня не одолеть. Жан де Бель, ты сам уже превратился в реликвию. С тех пор, как мы сражались плечом к плечу, ты стал дряхлой развалиной. Я прожил славную жизнь и ни о чем не жалею.